А когда сказали референдум? Не сказали, когда. Сказали, что те запросили Луганск и Донецк, чтобы... И больше выебываются постоянно этот Луганск и Донецк. Ну сами, что вы сами? Ну сейчас их вообще ебашат, конечно. Вот Донецк вообще прям... Сегодня... Всех там в этом ебаном Луганске, нахуй. Мне вообще похуй. Даже не вспомнил вообще, я в этих пидорах. Где они, нахуй? Где их вот это вот ополчение, нахуй, ебаное, которое беспонтовое? Где оно, нахуй? Стоит на блокпостах в городах? Ну, по телевизору только и показывают ополченцев, вас-то никто же не показывает. Только ополченцев показывают. А что они делают? Где они вообще? Я их ни разу не видел вообще в бою, нахуй, ополченцев. Ну, а кто завоевывает-то? Кто, ебать? Все города. Мы, ебать, кто? Чьи города? Наши города, ебать, чьи? Ну люди-то кончаются, да. Уже зэков призывают. Ну, Путин вчера выступал, что ну только вот наши контрактники. Нет, они-то кончаются, да. Все основные силы тут в России. Только контрактники. Да, ну понятно. Ой, ну, солнце, мы-то кончаемся потихоньку. Ты что думаешь, людей оттуда присылают опять со столько людей? Шлют сюда, они не едут, ебать, им вообще плохо, они не едут, они сказали, мы не поедем куда на. Кадыров два полка добровольцев направил. Да хули толку от этого Кадырова, тоже Машка ебал. Да, разнылся там, не разрешает ему Путин войска водить в Украину, да. Так сам вы иди, да и все, нахуй, баба и той, как баба ведется. Путин этого слушает, еблан, пол области тоже проебал уже нахуй свои. Белгород уже нападает, Белгород уже проебал, он скоро у нас они будут отбивать территорию, ебать. А они все ждут, чего ждут, ебать? Ну, какое-то село бомбанули. В Белгород, ДРГ ходит, ДРГ, ебать. Уже, блядь, диверсанты лазят по Белгороду, ебать. Они все ждут, чего ждут вообще, я вообще не понимаю. Ну что-то еще ждут. Да, деньги отмывают и все. Да, просто бабки рекой текут, на им похуй вообще на все. Про людей вообще забыли. Ну. В глазах одни доллары просто. Миллиард просто тратят, ебать, в день. Просто миллиард долларов. Вам нет. 150 дней. Лучше бы дороги везде перестроили новые, построили за эти деньги, чем какую-то Украину отбивать, ебать. Заняться нечем. Еще какие-то депутаты там говорят, мы будем заниматься полностью демилитаризацией Украины, всей территории Украины, еплан что ли, чем ты будешь заниматься, возьми автомат и иди занимайся, если ты на домах. Кому нахуй она нужна, эта ебаная Украина? Глип ее уже, да и все, вообще. Просто не понимаю. Ну это же русские земли. А какие русские? Это вообще говняные. Это русские земли. Тут земля даже не копается. Нахуй нам эта земля нужна вообще? Она даже не копается. Но она испокон веков русская. А где она? Не русская, нихуя. Каких-то славян древних. Да, ну нахуй, лёты. Один тут живут. Каждый третий черт вообще спинит и стрельнет. Как вообще в СССР сделали Украину, да. Ну была земля бомжей, пусть бы и была земля бомжей, а то еще назвали Украина, ёбан. Донбасс этот ебаный, вообще, чё там на этом Донбассе? Земля, блядь, уголь, у нас что, угля мало или чё, нахуй нам надо? Уголь. Если это нацисты попадут к нам в Россию, то будет тоже нам. Все, она не нас всех перережут, блядь. Их надо там, блядь, ликвидировать, нахуй, чтобы они не попали к нам. Ты понимаешь, их никто не хочет даже ликвидировать. Это не нужно никому. Ты понимаешь? Они не собираются это делать. Они просто, ну просто. Мы тут стоим, там стоят просто. Мы везде просто стоим, везде огребаем. Мы ничего не делаем. Потому что мы как минимум не сможем ничего сделать, а как максимум, ебать, что-то не дают нам это делать.
если, блядь, нахуй, вновь, нахуй, приеду, и будет какая-то, нахуй, мобилизация, и сразу все станции чатик вобью, что я, нахуй, склонен дезертирству, пошли, нахуй, типа, блядь, сколько в России, нахуй, сделайте, нахуй, сделайте эту мобилизацию, нет, нахуй, вы же есть, вот, ебаш. Не, ну, сказали, что не будет мобилизации. Ну, потом вот сделают, нахуй, пусть сами оскорбите, нахуй, я дезертирую, я вообще никогда ничего давать оружие, я вообще никогда ничего. Пошел нахуй, спирт, я не знаю, бери автомат, не ебашь, сочинай. Ну, ебаный вообще. Какая-то, посмотри, не зря говорят, какая законченная страна, не смогла конченная кровь вообще, ебаный. Сынок, у тебя, знаешь, временами прям агрессия с тебя прет, и временами нормально, а временами прям все, прям ты, блядь, весь на изжоге. Потому что если пидорь, а страна, то это тоже, то такое, такое придумывает, но... Твои болезни, мне кажется, ты, охуй, спецоперант. Что это за спецоперант, брат? Я бы проебал 50 тысяч. Охуй, я бы меньше потерял, мне кажется. Я бы хотя бы минут. Все. А у них там бесконечно, у них 50 тысяч населения, они могут призывать и призывать, что нахуя, а блядь, что, бесконечно можно так воевать не стали. И сколько надо убить их? 10 миллиардов надо убить, чтобы мы там 4 человека. Это же США хочет уничтожить Россию, понимаешь, они тянут, это они же заваливают оружием, они да тянут, тянет, Украина тут тянет, вообще нахуй, да, да это американцы, блядь. Что тут американцы вообще, они что делают? Они же, блядь, тянут, чтобы уже у нас все силы нахуй вышли, они валят, они наемников шлют, и оружие шлют, и все. Не все, что я просто не понимаю, при чем же они вообще? Хотели... Так они, а кто воюет с нами? Ну, они и воюют, что? Блядь. Одни хохлы. Какие хохлы? Хохлы там мало что весят там хохлы. Там уже хохлов-то, блядь, нет. Была, там уже в основном была, наемники, блядь. Ты тут была? Кого ты слушаешь вообще? Тут армия и стоит просто. Тут не столько этих мобилизованных бригад их стоит, ебанешься просто. У них столько техники, блядь. Так им прут, блядь, каждый а день, конечно. Она советская, какая нахуй каждый день, это советская техника, такая же, как у нас, древняя, беспонтовая техника. Так им и прут древнюю отовсюду, хоть с Америки, хоть все древнее и прут, блядь. Короче, если мы хотели захватить Украину, мы ее уже захватили, а не дали бы так. Поэтому это наши тянут, а не кто-то там другой. Где эти великие? Путин их там прислал в Черное море какие-то там ракеты и генные программы запустил куда-нибудь. Где они там, эти ракеты? Цирконы эти, как они называют? Где кинжалы? Прямо на поле, хоть кинжалы не кидали, они там. А сейчас не кидают, а там где они? Нету, кончились? Как Искандеры кончились, говорит, у нас нет боеприпасов, не понять. Искандеры вон в отпуске, нахуй, едут и едут в отпуск, блядь. А поэтому, сука, это может быть, не отпускают людей, когда здесь пиздец. А тут реально пиздец. Вот, мы последние стали с Чирка, просто. Они нас тут снесут нахуй, эти 20 километров, и все, и опять Херсон заберут себе. Если не Крым, Крым начинают заберут себе, да. Мне кажется, если на Крыму подойдут, нас вместе с ними как нахуй взорвут. Поэтому это наши тянут, это никто там оружие это не влияет, это хуйня, то, что им поставляют, это вообще просто ничтожество. Они, блядь, у них у нас такая техника, как стоит ебать в России, что ебнется. А тут это не просто ракету сбить не могут, которые бьют по мосту ебать. Сюда нету техники, понимаешь, здесь никакой. Чтоб нормально воевать. Это наши делают. Наши тянут время. Я отхожу, да, вообще, что, не знаю. Не украли, потому что
Слышишь, даже Кадыров заебал, подавал отставку из-за этого. Потому что не понимают, куда он людей отправляет, не просто они умирают. Они говорят, я подам отставку и сам туда поеду. Я говорю, не понимаю, что за бред такой. Дайте мне отправить 70 тысяч. Нет, говорит, отправлять 10. 10 убили. Он говорит, дайте отправить остальным. Он говорит, нет, отправь еще 5. Ну куда 5, если их 200 тысяч, у нас 30 тысяч, как нам воевать с ними, если они в большом превосходстве. Блин, никто не понимает, что у меня там в башке выставил, боев, да еще Путин на это было, вообще отстал. Опа. Надеюсь, меня посадят за это, нахуй. Разговор за этот, нахуй. Посадят. Да, Сери. Здорово. Здорово. Ты чё, слыхал ты, да, новость? Ну, я и позвонил узнать, что кого там было. Просто гудит деревня, Вась, вся гудит. Сегодня ночью приехали Андрюху Матюшина. Забрали полчетвертого, Вась, погрузили, все уже в обмундировании, на Херсон собирают. Пи***а. Я сам в ахуе, прикинь. Мне с отпуска завтра выходить. Я вахуй. Ты охуеть, ебать его в рот, что творится. Поляки, что там, Яри, там человек 12 забрали, в дубах забрали. Что говорят, говорят, кто-то нападает, Польша уже, говорят, войска была. Польша, Франция, Германия. Да? Короче, да. Украине. Сейчас война, походу, будет. Объявят войну, походу, скоро. Да, мы, Вась, доживем в этот шарик земной, не проживет дальше. Нихуя мы попали. Нихуя не попали, Вась. Да. Я чую, скоро тоже приеду.